Всем привет, с вами Андрей! И сегодня я расскажу, что значит влиться в общество или быть счастливым. Мем в ТикТоке и Твиттере, в котором сопоставляется что-то общепринятое с чем-то стыдным, но приятным и удобным. Происхождение. Тренд влиться в общество, быть счастливым зародился в испаноязычных соцсетях в 2022 году. На одной из первых картинок сопоставлялась вкусная, но вредная еда с полезной, но менее вкусной. Отдельные вариации мема появились и в западных соцсетях в тот же период, но тренд тогда не стал популярным. Вторая волна наступила летом 2023 года. Тогда тренд быть счастливым или влиться в общество завирусился в ТикТоке. Пользователи делали видео о том, что принято делать, есть или носить, и о том, что им на самом деле хочется. Быстро тренд адаптировали в русскоязычных соцсетях. Фразы «влиться в общество» и «быть счастливым» применяют к разного рода явлениям. Это может быть одежда, еда, книги, сериалы и... Но всегда сравнивается что-то простое с вычурным, модное с удобным или вкусное с полезным. Значение! Мем «влиться в общество, быть счастливым» отражает тайные желания человека или его осознанный выбор в пользу непопулярного. В тренде сопоставляют еду, одежду, сериалы. «Влиться в общество» в данном случае значит носить однотонные футболки или брендовые вещи, есть модные боулы или суши и смотреть сериалы от Netflix в противовес этому. Быть счастливым значит носить дурацкую одежду с принтами, есть жирную скумбрию и смотреть «Ворониных». И ребята, и не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и колокольчик, чтобы не пропустить на новые ролики. И заходите в телегу и дискорд, ссылку оставлю в описании. И на этом все. Всем удачи и всем пока!